Губернатор Московской области провел совещание с зампредами правительства Подмосковья. В ходе совещания губернатор подчеркнул необходимость дальнейшей популяризации информационной системы «Добродел». Эта программа очень многим нравится, кто-то ее критикует. Она входит в нашу жизнь, и задача не останавливаться на достигнутом. Дальше заниматься внедрением, популяризировать эту программу. Я очень надеюсь, что наша совместная работа с информационным и политическим блоком даст положительную динамику по вовлеченности людей, заключил Андрей Воробьев. В 21 марта в администрации под руководством главы района прошло очередное оперативное совещание. В ходе встречи Олег Хромов отметил, что в настоящее время в муниципалитете продолжаются отчеты администрации городских и сельских поселений о работе за 2015 год, в рамках которых проходят традиционные встречи с населением. По результатам отчета администрации городского поселения Горки-Ленинский на 26 марта запланирована дополнительная встреча с жителями военного городка Петровское по решению имеющихся там проблем. С 19 марта в 4 городах и 7 районах Подмосковья прошел единый день диспансеризации. В Ленинском районе работа по комплексному обследованию здоровья жителей всех возрастных категорий была организована на базе Видновской поликлиники. По словам главного врача Видновской районной клинической больницы Виктора Шашкова, в этот день профилактическое обследование прошли 367 человек. В их числе глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. С 17 марта в библиотеке поселка Горки-Ленинский прошла презентация второй книги Анатолия Григорьевича Бабича «Защитники неба». Во время выступления перед детьми и молодежью автор рассказал о идее написания этой новой автобиографической повести, о своей жизни, семье. В заключение Анатолий Григорьевич исполнил песню «Ракетчики» и поблагодарил всех собравшихся за то, что они разделили с ним чувство волнения в воспоминаниях прожитых моментов жизни.